В связи с тяжелым состоянием ребенка ему необходимо еженедельное введение ферментозамещающего препарата. Главное, что это лечение должно быть непрерывным. Стоимость лекарства на весь курс 4 миллиона 160 тысяч рублей. В перспективе у малыша пересадка костного мозга. Но сейчас необходима именно такая терапия. Родители Санасара просят всех, кто может помочь, не остаться равнодушными. Реквизиты счета на имя отца мальчика вы видите на экране. Также они есть на нашем сайте fkt.com и в редакции новостей.